копилке Валентина немало побед. Каратист спортивной школы «Горки-10» не только на уровне России, но и Европы доказал, что он лучший в своей категории. Все срослось. И наличие условий, наличие тренера и наличие хорошего спортсмена. И вот это все это работает на результат. Стать мастером спорта Валентин Жук мечтал с самого детства. 15 лет шел к заветной цели. Это высокая планка. И в дальнейшем она будет становиться все выше. Хотелось бы замахнуться на МСМК, это мастер спорта международного класса. Но это достаточно серьезная и высокая цель, на которой надо работать еще больше. Попробуем. На счету детской спортивной школы это уже второй мастер спорта в этом году. Буквально две недели назад звание вручили Василию Серебрякову. Теперь пришли документы и на Валентина Жука. Игорь Лизунков поделился, возможно, до конца года в его группе будет еще один мастер спорта. Такие вот ребята, как Валентин, как вот недавно, две недели назад, Василий Серебряков, ему тоже было вручено это почетное звание мастера спорта. И надо же понимать, что эти ребята являются примером для всех ребят в возрасте от 5 лет и до 20. Все ребята, как правило, мальчишки, да и сейчас и девчонки, собственно говоря, пытаются подражать своим героям. Очередная высота позади, впереди многочасовые тренировки, детальная проработка техники и новые бои. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».